Весенняя призывная кампания продолжается. Служить в армию отправится более 6 тысяч кубанцев. Проводы в армию славянских призывников всегда проходят празднично и в торжественной обстановке. И этот год не стал исключением. На территории ДОСААФ Славянска на Кубани прошла ставшая уже традиционной районная акция «День призывника». Торжественное мероприятие для молодых ребят, подлежащих военному призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, было организовано Управлением по делам молодежи. На мероприятии с приветственными и напутственными словами к ребятам обратились почетные гости, представители Славянского военного комиссариата, общественных организаций, духовенства. Много добрых и теплых слов поддержки в адрес призывников сказал и участник специальной военной операции Руслан Сафонов, а также председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Я хотел бы сегодня от имени главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Саниговского, от имени Совета района поприветствовать на этой почетной акции проводы наших ребят в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Служба в рядах вооруженных сил всегда была, есть и будет почетной и святой обязанностью каждого молодого человека. Я желаю, чтобы ваша служба прошла успешно. Желаю вам и вам, вашим родным и близким, здоровья, терпения, удачи и всем мирного неба над головой. В торжественной обстановке почетные гости вручили будущим призывникам памятные подарки. Еще одним подарком для защитников Отечества стало выступление вокальной группы «Нон-стоп». После основной части мероприятия ребятам провели экскурсию по территории ДОСААФ. А для призывников прошел урок мужества в рамках проекта «Диалог с героями».